Кирилл, сан, конничива. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте, очень приятно, Мияги-сан. Очень рад вас увидеть хотя бы так. こんな形になってしまいましたけれども、宮城さんとお会いできるのとっても嬉しいです。全く僕も同じ気持ちです。本当はアウトサイドを日本で上演していただきたかったけれど、それができなくなった今、こうやってキリュウさんとお話できるのはとても嬉しいです。 Конечно, мы надеялись, что увидим вас, когда вы приведете свой спектакль «Аутсайдер». К нам, к сожалению, этого не получилось. Ну, хотя бы так пообщаемся. Тоже очень рад вас видеть.最初にキリルさんが今いらっしゃるモスクワ近郊でしょうか。その状況を教えていただけますか? Прежде всего, мы хотим узнать, вы сказали, что вы сейчас за городом находитесь, под Москвой. Как там положение сейчас? У нас на самом деле такой, видимо, пик этой эпидемии. У нас достаточно сложная такая ситуация. Все на карантине, все достаточно строго. И, ну, во всяком случае, все мои знакомые находятся на изоляции. Все сидят по домам, кто где может, кто за городом, кто в городе. Я за городом, потому что в городе у меня аллергия на цветение всех деревьев, а тут я выбрал место, где есть только сосны и не растет русская береза, на которую аллергия. 今は感染のピークにあたって、かなり厳しい状況になっています。で、多くの人たちが、みんな自宅待機をしていて、私の知り合いというか友人たちも、みんな自己隔離をしています。で、街に残ってる人もいれば、郊外、 町の郊外の別荘などに住んでいる人もいますし、で、私自身は実は花粉症なので、ここは、で、私は柳の花粉症なんですけれども、柳のない、松の生えている郊外に今、身を置いています。なるほど。モスクワ市内は柳が生えてるんですか? В Москве тоже растут березы, не ивы, а березы ёко. В Москве просто все цветет очень активно. В Москве тоже березы. В Москве много берез, и там сейчас активный пик цветения. Обычно я на это время уезжал оттуда, чтобы вот эта пыльца меня не убивала, не душила. А сейчас уехать никуда нельзя, поэтому вот я там, где хотя бы нет берез. Уехали, имеется в виду в заграницу или в другой город? За границу, да, в основном, да. Москва は白樺がすごく多くて、 で、まさに今ちょうどその花粉が飛び交ってる時期なんですよ。で、この時期っていうのは、普段は自分は、モスクワから出るようにしていて、外国にいることが多かったんですけれども、今外に出ることができないので、せめて郊外に来ています。その家から出ないの自主隔離とおっしゃいましたけれども、それは禁止されているわけじゃなくて、 人々が自主的に家にいるんでしょうか。それとも外出することが禁止されてるんでしょうか。 Мияги-сан хочет уточнить, у вас политика, вы не выходите из дома, это самоизоляция? Или у вас строгий приказ не выходить из дома, и вы должны его слушаться? У нас нету жестких мер, потому что никакое положение чрезвычайное не введено. У нас призыв к такой социальной ответственности. Я слышал, что есть какие-то штрафы, но все люди, которых я знаю, относятся к этому, к этой необходимости соблюдать социальную дистанцию и быть дома очень ответственно. То есть мы сами не хотим выходить, потому что сейчас на больницы, на врачей огромная нагрузка.
огромная. И все эти меры, карантины и вот изоляция нужны для того, чтобы не увеличивать эту и без того большую нагрузку на врачей. Вот, поэтому мы все добровольно сидим дома. 基本的には禁止にはなってないんです。 で、 ロシアでは 緊急事態宣言のようなものは 特に出されていません。 で、 これはあくまでも要請 で、 罰金があるっていうような話は まあ聞いてはいるんですけれども、 でも基本的には みんな 社会的なディスタンス、 ソーシャルディスタンスを取ること が 必要だと思って、 自分の責任で家にこもっています。で、なぜかというと、やはり医者が今すごく大変だと思うんですよね。で、お医者さんが今どれだけ大変かっていうのをよく分かってるのに、これ以上彼らの苦労を増やしたくないということもありまして、自分たちで自主的に家に引きこもってるという状態です。 А какая ситуация в Японии с карантином и с эпидемией? 日本ではどうですか? 日本ではその 自宅待機みたいな ことの様子と あと この コロナの流行について教えてください。 はい。 日本も少し今伺ったモスクワの状況と似ています。 つまり外出をしてはいけないという 何かこう法律で決まったり罰則があったり ヨーロッパの国のように許可証が必要だったり あるいはその 警官に捕まって罰金を取られたり そういうことは日本ではありません。 То, что я услышала сейчас от Кирилла, примерно положение у нас такое же в Японии. У нас нет строгой политики, изоляции приказа нет никакого, никаких штрафов не введено, никаких разрешений не нужно на то, чтобы выходить из дома. Только призывается к сознательности граждан. Слушайте, да, у нас, когда надо выйти, мы берем такой, ну, как бы электронный пропуск, но это носит уведомительный характер. Для того, чтобы, если вдруг человек оказывается носителем вируса, чтобы можно было отследить его социальные связи, его передвижение. で、 我々の場合っていうのは 一応 外に 家の外に出るときっていうのは 許可は必要なんですけれども それは で、 これ電子性の申請が必要なんで 電子での申請が必要なんですけれども それはなぜ必要かっていうと その許諾を得るということよりは 自分はこれから家を出ますよっていうことを 知らせておいて で、 もし万が一ウイルスに罹患していた場合の その人の動きを調べるためにあるという形になっています。それを伺うと日本は一番緩いかもしれません。その今緊急事態宣言というのが出されているんですが、しかしその内容はいろいろなお店になるべく閉めてくださいというふうに要請している。これは罰則はありません。 閉めてくださいと政府がお店に頼んでるという、そういう不思議な緊急事態宣言ですね。 У нас по сравнению, конечно, с положением у вас более расслабленное состояние, несмотря на то, что у нас как раз чрезвычайную ситуацию объявили. Но она носит достаточно странный характер, потому что приказов никто не дает. Это только просьба, убедительная просьба к владельцам ресторанов не открываться за время вот этого чрезвычайного положения. Но им никто не приказывает, поэтому есть рестораны, которые работают. И очень такое странное, вроде чрезвычайная ситуация объявлена, а никаких строгостей, никаких карательных мер не предусмотрено. У нас похоже на это, но у нас все очень жестко закрыто. И у нас, допустим, вот театр закрыли приказом, приказом учредителя Департамента культуры. Но мы, например, не знаем ничего про будущее. То есть они постоянно отодвигают сроки открытия всего или там сроки по ослаблению мер. Ну, буквально через каждую неделю говорят, а чуть-чуть позже, нет, еще не время.
Поэтому мы публикуем репертуар, а потом его убираем с сайта и выплачиваем те деньги, которые люди уже потратили на билеты в надежде, что театр откроется. で、あの、まあ、ロシアも、あの、似ているところがあるんですけれども、あの、ただ、あの、閉鎖のようなことに関しては、あの、それは要請ではなくて、あの、命令の形で、で、出ています。で、あの、これは文部省っていうか、文科省から、あの、そういう、命令が出まして、で、あの、劇場は、あの、それで閉まってます。で、劇場が閉まってるのは、だから自主的なものではなくて、あの、政府から指示が出て、あの、閉まっているという状況です。で、あの、しかし、あの、未来のことっていうか、将来のことが全然わからないんですよね。あの、いつになったら再開できるかっていうのが全然決まってなくて、で、あの、再開の可能性とか、あるいは、あの、今の、あの、禁止状況っていうのが、あのいつになったら弱まるのかっていうのがあの全然わからない。で、あのだから私たちはわからないままにあのレパートリーの告知をしてあのチケットを売ったりしてで結局チケットは売るんだけれどもあの返金をしたりとかっていうことをあの繰り返しています。もうずっとあのそのこういつ決まるっていうのがどんどんどんどん先送りにされている状況です。劇場が閉まったのはいつからなんですか？Когда вас закрыли театры？Они закрылись, по-моему, в какого-то числа марта. Я не, уже не помню. Мне кажется, что уже прошли годы. Хотя прошел еле-еле месяц. Вот. И я уже все дни превратились в какой-то один большой день. Поэтому я уже никакие числа не помню. Помню, что мы как бы уже мы не вспоминаем, что было, мы все время надеемся на будущее и каждый день смотрим на сводки заболевших и выздоровевших, потому что от того, как ведет себя эпидемия, больше людей становятся больными, меньше, зависит и то, что будет, в общем, с театром в том числе, когда все откроется. Но понятно, что в театры и все массовые, так сказать, какие-то учреждения, где люди собираются большим количеством, откроют в последний момент. В последний. Поэтому мы думаем о чуть ли не о конце лета. Это... もうはっきり言って覚えてないんですよ。で、あの3月のどこかあのだったと思うんですけれども、あの自分にとってはもうすでに1年経ったようなあの気がします。で、あの、あたかももう、あの、ま長い一日がずっと続いているようなあの感覚を、持っています。で、我々はだからもう過去のことを思い出すっていうことはあのしてないですね。で、あの現在の、感染者の状況っていうのを、データをずっとずっと追っています。で、あのやっぱりその感染者状況がどうなるかっていうことによって、あの劇場がいつオープンできるかっていうことは、あのそれはすごく結びついているので、それが決まってしまうので、で、あのまあ、当然劇場とか、あるいはあのたくさんの人が集まるようなあの場所っていうのは、あのオープン、再開できるのが一番最後になると思うんですよね。あの他の、例えばレストランとかよりもずっと後だと思います。ですから、まあ、あの夏の終わりぐらいなんじゃないかなというような予測を立てています。さっき自主隔離とおっしゃってましたけど、つまり、稽古に行かなくなったのはいつ頃からなんでしょうか。То есть вот то, что вы сказали, у вас самоизоляция, когда впервые вот перестали артисты приходить на репетиции, тоже не помните? Ну это был это конец марта был, с конца марта. 3月末からですね。じゃあ劇場を閉じたのと稽古場に集まらなくなったのは大体同じ頃なんでしょうか。То есть когда закрыли театры, тогда примерно и вы закрыли репзалы, да, чтобы артисты не могли репетировать. Да, да. そうですね。レパートリーのお作品というのは。あまり稽古をしなくても初日というか本番を迎えられるものなんですか？Ну, в случае репертуарного театра, в принципе, иногда и не нужно много репетировать, потому что спектакли уже давно в репертуаре, которые не то что выпускать новый каждый раз. Нет, у нас достаточно сложные спектакли, поэтому вот когда нас откроют,
Нам надо будет, конечно, время, чтобы их восстанавливать. Спектакли сложные все, и технически, и творчески. Мы надеемся, что сначала нам хотя бы разрешат прийти в театр и собираться в театре. И пока не будет разрешен доступ зрителям, мы будем репетировать спектакли и старые, и новые. А когда откроют для зрителей, мы уже будем готовы. Я,私たちの劇場のレパートリーっていうのは、かなり難しい作品が多いんですね。ですから、再開するときには、それをもう一度再現するというか、そういう必要があります。で、その難しさっていうのは、技術的な面でもそうですし、あと、クリエイティブな演技とかの面でも、非常に難しいんです。だから、まずは、劇場に私たちが行って集まることっていうのが許されるのを待っている。 で、そこで稽古を十分にやって、で、新作も、新作の稽古ももちろんですし、旧作に関してもきちんと稽古をして、その上で観客が来ることが許された時に十分な準備ができた状態で再開するっていうことを考えています。なるほど。 Вот сегодня, вот сейчас прям пришли сведения, в России умерло более 1500, то есть 1500 пациентов с вирусом. Вот это только сегодня. То есть сведения достаточно тревожные. Это сегодня умерли 1500 человек в день? Я думаю, что, может быть, всего в месяц. Нет, вряд ли. Вряд ли. Сейчас я посмотрю точнее. Зарегистрировано всего. Заразилось. Ага, заразилось, да? Нет, не заразилось, а зарегистрировано 1500 смертей от коронавируса. А, это за весь срок или... срок, да. Ага. あの、今日、情報が来たところでは、1500人の死者っていうのが確定したっていうことですね。で、これ、今、それは1日の死者ではないですよねっていうことを言ったんですけれども、今のところ、多分これまででですけど、1500人の死者っていうのが確定しているということです。今伺うと、ロシアのやり方と日本のやり方は、 Очень похожая ситуация на японскую, то, что у вас в России. つまり、都市を完全に封鎖して、人々が全く移動できないようにする、そういう厳格な外出禁止を1ヶ月続けるというようなヨーロッパ式のやり方は採用してないということですね。 То есть похоже тем, что в отличие от Европы здесь нет вот такого локаута, да? Здесь полностью город не закрыт. Вот. И наблюдается относительная свобода передвижения. У нас нет, у нас не так. У нас все закрыто. У нас Москва просто пустой город. Никто такого в жизни не видел. Закрыто все, и все... сидят по домам. То есть, нет, имеется в виду, что город не закрыт, как в Европе, вот полностью закрыт, локаут. Нет, у нас такого нету. У нас нет такого. Поэтому... Город пустой. Только патрули какие-то ходят, полицейские, все. 基本的には、そのヨーロッパのような、街自体を閉めるっていうことはやってないですけれども、ただ、モスクワの街は人が全然いない状況ですね。 で、レストランとか、すべてのものが全部閉まってますし、だから、人は外にはもう全然いなくて、パトロールの人たちだけが歩いているという状態です。日本は、ま、こっから先言うことは、僕の推察なので、証拠があるわけではないんですけれども、 Миаги-сан говорит, что сейчас я только могу предположить, у меня нет никаких как бы аргументов или фактов, на которые я опираюсь, вот то, что он хочет сказать.
ему кажется, что вначале японское правительство очень легкомысленно отнеслось к коронавирусу, решив, что это не настолько серьезная эпидемия. それは先に感染が拡大した中国あるいは韓国を見てもとても大騒ぎはされていたけれども実は致死率患者がどれぐらいの割合で死ぬかという致死率はあまり高くないということがデータ上でも分かっていたからだと思います。Вот, если сравнить, например, с такими странами, как Китай и Южная Корея, где более серьезно к этому отнеслись с самого начала и была большая шумиха по поводу коронавируса, и можно посмотреть по данным, что число смертных летальных исходов у них значительно меньше. Да, мочлон, その, о, 悲劇的な, 死を迎えられた方もいらっしゃるので、言い方を気をつけなければいけないけれども、それでも日本で新型コロナウイルスの死者は500人台なんですね、現在。Вот, и, конечно, людей, которые скончались от коронавируса, это трагическая смерть. В Японии, по данным до сих пор, это где-то за 500 человек перевалило. つまり、交通事故で死んでいる人の数より少ないくらいなんですね。То есть вот, несмотря на то, что, конечно, это тоже трагическая смерть, но если сравнивать, то это меньше, чем в результате ДТП. Ну да, у нас, так сказать, тоже, если сравнить с периодами этого же времени в прошлые годы, то в сумме умирает примерно столько же людей. Мне кажется, что коронавирус самым страшным образом ударяет и ударил уже по экономике. Потому что, ну, понятно, что очень жалко этих людей, которые умерли, но еще страшнее смотреть на то, как умирают целые отрасли экономики. Ресторанное дело. И это огромное количество безработных, которые были еще недавно официантами, поварами и работали. Туризм, авиаперевозки. Ну, то есть целые отрасли экономики, не говоря уже о художниках, людях, которые, в общем, самозанятые, так называемые. Люди, которые работают в театрах, люди, которые работают в сфере развлечений и услуг. Все это просто страшным образом терпит фиаско и терпит бедствие. ロシアでもやはり同じだと思いますね。同じ時期の、昨年の同じ時期の死者数っていうのと、現在の死者数っていうのは、変わらないんですよ。で、やっぱりそれよりも、大変だったのは経済に対する影響だと思います。もちろん、宮城さんもおっしゃってる通り、亡くなった方というのは気の毒だとは思うんですけれども、しかし、経済に与えた影響っていうのは、計り知れないと思います。例えば、レストランですとか、あるいは、航空業とか、あるいは旅行業などっていうのは、その業種全体が壊滅するような状態になっていて、で、仕事を失った方っていうのもすごくたくさん現れてしまったわけですよね。で、芸術の分野なんかもそうですし、娯楽とかサービス業もそうだと思います。Я знаю просто людей, у которых вот кончаются деньги, то есть они еще один месяц посидят дома без работы, и у них совсем кончатся деньги. И откуда эти деньги взять, ну, непонятно, без возможности работать. Поэтому я думаю, что несмотря ни на что, у нас где-то с середины мая начнутся послабления и начнут все постепенно открывать.
で、あの、実際に私の周りにもお金のない人っていうのはいますし、で、あの、これであと1ヶ月も、あの、働けないで家にいなければならないという状態になったら、もうどうやって生きていけばいいか、あの、その生きていくお金っていうのをどこから手に入れればいいかわからないっていう人たちが、あの、います。なので、あの、その仕事ができる可能性っていうのは非常に重要で、あの、今の状況を見ると、まあ、自分のこれは考えですけれども、あの、まあ、5月のどこか半ばぐらいから、あの今 の, あの厳しい状況っていうのはあのつまり家にいなければならないっていうような状況っていうのは少しずつ緩んでいくのではないかと考えています、うん、それは政府の方でも経済的な落ち込みと、ま、死者の数をこのバランスを見ながらもうこれ以上経済が落ち込むとまずいというところで、規制を緩めるだろうというそういう予想されてるってことでしょうか。То есть можно вас понять так, что правительство само понимает, то есть оно видит соотношение числа погибших или умерших в результате коронавируса и видит, в какое плачевное состояние постепенно опускается экономика. Вероятно, оно само уже понимает, что нужно вводить какие-то смягчения этого режима. Я думаю, да, они просто посчитали все, что происходит экономически, и поняли, что, ну, так сказать, надо как-то одновременно делать послабление в экономике, то есть разрешать людям выходить на работу и, ну, увеличивать число коек. Мне, во всяком случае, меры, которые предпринимались в Москве, кажутся разумными. То есть там был момент хаоса и потери какого-то, так сказать, все растерялись и стали, там была толчая в метро, когда люди, когда полиция проверяла пропуски, и, в общем, случился хаос. Но это был один день, это быстро все закончили, и, во всяком случае, так сказать, руководство Москвы действовало, ну, как-то, мне показалось, во всяком случае, посредством массовой информации и государственным, я их меньше читаю, я читаю какие-то альтернативные источники. Ну, разумно, это было разумно. И сейчас, ввиду того, что нет возможности оплатить еще несколько месяцев пребывания дома всем жителям страны, понимаете, то, конечно, будут выпускать постепенно людей на работу, но увеличивать количество больниц, потому что их разворачивают уже везде, в разных помещениях. Все время говорят, что вот еще 10 тысяч коек, еще тут койки. Ну, в общем, увеличивается, здравоохранение поднимается. あのそうですねあの、おっしゃる通りだと思います。なぜかっていうと、あのやっぱり経済の状況をあの今、政府も見ているに いますので、であの その状況を見て、やっぱり経済的なあの活動ができるように、あのそちらの方で緩和していくと同時に、あの病床を増やすっていう、あの病院のベッド数を増やすっていうことをあの同時にやっていくのではないかというふうに考えています。であの自分が見るところ、あのまあ、私は基本的にはあのオルタナティブメディアあのを読んで判断しているんですけれども、うん、あの自分が見るところでは、まあ、モスクワ政府はあの今回はあのかなり適切なあの判断であの行動しているんじゃないかなというふうに考えています。あの実際あのその許可制度みたいなのが始まった時にその初日はあのメトロの入り口で人々がすごい並んであのそれをチェックするっていうのであの人が集まる状態っていうのができたりとかっていうようなカオスのこともあったんですけれどもあのそれは1日だけであのその後はそういったことっていうのは、なくなりました。で、今その国 の, あの全ての人々にあの これ以上あの自宅待機みたいなことをしてもらうための保障をする可能性っていうのは国としては持っていないのでだから、うん、あの少しずつあの仕事にあの行かせであの彼らが自分たちであのお金を稼げる状態っていうのを戻して、そしてあの同時にあの今全然足りてないと言われているあの病院のベッド数を増やすということをやっていくのではないかと考えています、うん、ロシアではその連邦政府国全体の政府とモスクワ市の政府はある程度権限が分かれているんでしょうか。А права у центрального федерального правительства и у московского правительства, они как-то разграничены?
Не слышно, Кирилл. Не слышно, Кирилл. Кирилл, у вас звук выключился. Включаю. Это что-то, видимо, случилось с сетью. Сетью. Сейчас нормально. Поэтому, конечно, главный... まあちょっとのんびり待ちましょう。で、ロシアの全罹患者のうちの57% がモスクワで、死者も半分以上がモスクワで亡くなっているということです。で、残りの 43% っていうのはロシアの全他のモスクワ以外の全土にばらまかれているというか分散している状態なので、特にモスクワがひどいという状況だそうです。なるほど。で、その僕がさっき聞いた質問についてのそこまではまだ言ってない。そこまでごめんなさい。だからそこをそこ言おうとしたところで切れちゃった。そう、わかりました。はい。わかりました。だからから始まったの。だからモスクワが点々点みたいな感じになってしまったの。ごめんなさい。いえいえ。あ、入ってきた。あ。Что к ним приедет вирус и закрылись, поэтому сейчас москвичи рассматриваются как носители бацилл главной, поэтому их нигде не хотят видеть, в общем, я так слышу. Вот, и, ну, так что все главное происходит в Москве, конечно. まあ、今さっきの質問とちょっとずれてるんですけれども今の答えも他の町でもまあ、だから基本的にはモスクワが一番ひどいんですが他の町でも皆大体人々は家に、います。でホテルなんかも全て閉まっていますし、あと飛行機、が運航されてないような状況にあるところがほとんどです。で、ある町ではウイルスが怖くて町自体を封鎖しているようなところっていうのもあります。で、今はモスクワ人っていうのはウイルスの媒介者というふうに見られていて、で、モスクワの人は来るなというふうに言われたりしてます。Да, Кирилл, но просто вопрос заключался не только в том, как к Москве относятся, а именно полномочия и вот решения федерального правительства и московского правительства. Есть разграничения, например, в отношении Москвы решение принимает центральное правительство. Или в Москве уже это как бы московское правительство решает, какие меры принимать. Центральное правительство сказало... руководители на местах, то есть мэры, губернаторы, берите ситуацию в свои руки. Потому что в каждой, как они считают, в каждой области, в каждом регионе свои, ну, своя ситуация. И вот мы, все закрыто, и мы подчиняемся теперь указам мэра. То есть по указам мэра мы сидим дома, по указам мэра закрыты рестораны, там, я не знаю, театры. Это все указы мэра. Это не федеральные указы. Раз там, в какое-то время президент выходит в эфир и говорит, что ну, мы еще давайте продлим выходные еще на несколько дней. Но вся регламентация происходит по указам мэра Москвы. 基本的にはというか今回は中央政府は自治体のレベルで対応するようにという、うん、指示を出しています。ですから私たちが従っているのはモスクワの指示になります。うん、劇場を閉めろとか家にいろとかっていうのは全部モスクワ市、から出た指示です。で、たまに大統領がメディアに出てきてで今休業なんていうか有給休暇みたいなことをずっと言ってたんですけれども、これメディアで。で、その休暇を続けましょうとかっていうことを大統領が喋りますけれども、でも、うん、その大統領の言うことではなくて、モスクワ市から出ている指示に従っているというのが今の状況です。うん、キリルさんね、その、今、地球上でほとんどの劇場が、閉まっていますよね。つまり、人間の歴史でもしかすると初めて地球上全体で演劇がストップしているかもしれない。こういう
まあ、歴史上とっても珍しい瞬間を私たち生きていると思うんですけれども、まずそこまでお願いします。Мы сейчас, Кирилл, мы сейчас переживаем, наверное, впервые в истории такой уникальный момент, когда одновременно во всем мире закрыты все театры. Наверное, за всю историю театрального искусства до сих пор такой ситуации никогда не складывалось. この時に演劇のない生活を人々がしている。人々の生活から演劇が奪われている。そのことについて、キリルさんはどう感じていらっしゃるでしょうか？ Вот как вы относитесь к тому, что сейчас во всем мире практически людей лишили театра, лишили возможности ходить и смотреть спектакли? Вы не задумывались на эту тему? Я вам скажу так. Я считаю, что опасность жизни для меня, ну, вещь очень важная, и вообще уважение к жизни, к чужой жизни, и сохранение каждого человека в отдельности для меня очень важная вещь. Поэтому я считаю эту меру нормальной. И более того, как только началась эпидемия и стали приходить тревожные сведения, мы сами говорили, давайте не играть в спектакли, потому что приглашать людей в театр и подвергать их опасности, и знать, думать о том, что потом кто-нибудь из них может умереть и заразиться они могут в театре, и ты будешь ответственным за то, что, в общем, их здесь собрал, это не очень хорошо, это вообще не nice, не nice, не good. Поэтому я отношусь к этому нормально. Я считаю, что мы должны это все вместе пережить, перетерпеть. И интересно другое, что вот в первый раз за всю историю человечества мы все так сплотились, так все стали вместе, что у нас вот между японцами и русскими, между китайцами и русскими, испанцами и американцами, японцами и итальянцами возникло такое взаимопонимание. Мы все настолько друг друга стали понимать и чувствовать, что вот это, мне кажется, самой большой ценностью, которую можно вынести из этой ситуации. Давайте я подожду, чтобы вы успели перевести. なので今の状況というのは問題ないというかこうあるべきだというふうに考えています。で、このような状況になって、だから、このような状況になって、私たち自身も、今演劇をやってる場合じゃないから、やめましょうというようなことを提案したりしてたんですね。つまり、劇場に人をこんな、流行、ウイルスの流行をしている時に劇場に人を集めて、で、その人たちを危険にさらして、そこで、誰かが亡くなるようなことでもあったら、それは大変なことだし、私たちは、それに責任を持つことはできない。ですから演劇をこの状況でやらないというのはそれは当然だというふうに考えています。で、それとは別の問題として今全世界が同じ状況になっているということで考えるべきことというのは人々がこんなに一体化したことっていうのは世界で初めてなんじゃないかと思うんです。で例えば日本とロシアもそうですし例えばスペインとアメリカとか日本とイタリアとか。ロシアと中国とかってみんなが同じ状況にあってで同じお互いに相互に理解し合ったりとか今どういう状況にあるとかっていうのを感じることっていうのができるようになった。でこれこそが非常に大事なことなんだと思います。今伺ってどうぞ、please, please. Да, я сейчас считаю, что мы сейчас общаемся
гораздо больше, ну пусть и виртуально, чем до этого. Раньше каждый был занят своим делом, а сейчас мы стали интересоваться, что происходит друг у друга, как у вас проходит карантин. И вот эти связи, я надеюсь, даже после того, как карантин и все ограничения закончатся, эти связи останутся. И вот то, что мы построили какой-то мост доверия и поддержки друг друга, он не исчезнет, он все равно будет, понимаете? И это, мне кажется, очень важным и ценным. А то, что театр, допустим, не выходит каждый день, не работает, не встречается со зрителем, но вот мы попытались связь со зрителем не терять. И мы каждый воскресенье в 8 часов и в четверг в 8 часов показываем спектакли театра, которые до этого снимали на многокамерные системы, то есть хорошо снимали, и мы их показываем. И вот сейчас у нас аудитории, ну, конечно, больше, чем раньше. То есть нас смотрят по 50 тысяч человек, по 30 тысяч человек минимум. То есть это получается, 100 спектаклей нам надо сыграть, чтобы 50 тысяч человек, или сколько, больше, 100, пришло и посмотрело нас. А так это все происходит за один раз. Мы показываем в 8 часов по московскому времени, а на следующий день, в понедельник, в 3 часа по Москве, чтобы другие регионы могли посмотреть. И это... Там все пишут, спасибо вам большое, мы не ожидали, что спектакль Google Центра можем вот увидеть там, я не знаю, в Екатеринбурге, во Владивостоке, в Магадане, в Калининграде, то есть в разных городах другого часового пояса. で、あの、今は、あの、むしろコミュニケーションがすごく密になっているというふうに、感じ、ます。で、あの今まではみんなあの自分のことにしか興味を持っていなかったのがあのそれぞれの人が他の人あの他の地域に興味を持つように、なったのではないか、というふうに思いますしであの絆ができたと思うんですねであのこうした支え合いとかあの信頼 の, あの、まあ、いわば橋のようなものっていうのはあのこれからも続いていくのではないかというふうに考えていますであの劇場に関して言うとあの観客があの劇場という場所で観客と会えないということはあるんですけれどもあの今うちの劇場ではあの木曜と日曜にあの以前にあのきちんと撮影をしてあったあの芝居をあのオンラインであの見せるということを行っているんですねであのこれら の, あの芝居 の, あのストリーミングというのはあの1回にまあ5万人とか3万人とかっていう人があの見てくれるわけですであのこれはあのもしもあの芝居を実際に上演したとしたらあの100回ぐらいやらないとあのこの人数っていうのが集まらないわけですよねだからあのそうしたことを考えてもあのむしろ人々 の, あの演劇への興味っていうのは増えてるように、感じますであのモスクワ時間であの20時、つまり夕方夜の8時とあとあの翌日あの日曜日の後の月曜日 の, あの3時の時間にもやってるんですけれどもあのそれはあのモスクワ時間ロシアってあの時差が国の中でかなり広いのであの他の例えばエカチェリンブルクとかあの極東のウラジオストクとかマガダンとかっていうようなあの街でもあの芝居が見入れるような状況っていうのを作っていますでそのことによってあのむしろたくさん の, あの感謝 の, あの言葉も寄せられていてあのゴーゴリセンターの作品っていうのをあの芝居っていうのをまさか見れる機会があるとは思わなかった本当にありがとうっていうことを、言われたりしていますなるほどまあ、今僕2つのことを感じたんですけどね一つはその半年人々が劇場に足を運ばなくなったらもうわざわざ劇場に行くのではなく家で映像を楽しめばそれで満足だと人々が考えるようになるんじゃないかそのことについてはキリルさんは全くそういう疑念を持ってらっしゃらないのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。Мияги-сан, вот волнует в связи с тем, что вы сказали, одно соображение, одна мысль. Вот
полгода люди не ходили в театр. И за эти полгода, как вы только что вот рассказали, они привыкли смотреть это все виртуально. То есть они смотрят спектакли по компьютеру в онлайн. Вот. И вас не волнует то, что, может быть, привыкши к этому, они уже и не будут больше ходить в театр, а будут так по-прежнему уже по привычке смотреть все онлайн. Дорогой Мяги-сан, я в это не верю, потому что я, конечно, могу виртуально смотреть и в Google Maps могу смотреть Японию, то есть могу открыть Google Maps и поехать, полететь, посмотреть Токио, там, я не знаю, острова, Киото и все. Но пока я сам живьем это не увижу, я в Японии не был, понимаете? Но это так человек устроен. Мы не можем все перевести в виртуальный режим, к счастью. Поэтому я уверен, что люди вернутся в театры, потому что им нужна энергия. Мы существа, которые потребляем энергию. Она входит в нас через тело, через кожу. Нам нужна подпитка, нам нужна пища для мозга, пища для сердца, пища для всех внутренних органов. И она происходит в энергетическом поле театра, в энергетическом поле, которое дает человек со сцены, в энергетическом поле, которое существует внутри зала, в обмене, в этом коллективном акте творчества. Поэтому я уверен, что люди, как наркоманы, бросятся смотреть живое искусство. И также говорили, помните, когда когда кино только появилось, все сказали, да нет, театр умрет, потому что все привыкнут смотреть на простыню с движущимися картинками, и зачем ходить в театр? Но театр же не умер, театр остался, поэтому я уверен, что как только все это кончится, люди в театр ходить будут еще больше. Ну, надо только, чтобы они почувствовали себя в безопасности, чтобы они знали, что поход в театр не будет стоить им жизни или какой-то удару по здоровью серьезному. А так, я уверен, ну, вы по себе судите. Вот вы же не будете больше смотреть виртуальные спектакли? Я это уже смотреть, честно говоря, не могу. Да, поэтому я побегу к живому прикоснуться, обняться, понимаете? Мияги-сан, それは絶対ないですよ。なぜかというと、例えばね、私もバーチャルに Google マップで日本を見たりとかしますけれども、で、あ、ここが東京だなとかっていうふうに思ったりもしますけれども、いくら Google マップで見ても、自分が日本に行かない限り、そして自分の目で見てない限りは、日本に行ったことにはならないんですよね。だからやっぱり身体的にその場所に行くっていうことは、非常に重要だと、思っています。で、やっぱりラッキーなことに、人っていうのはバーチャルで満足できるような生き物ではないと思うんです。で、演劇に関してもやっぱりエネルギーを感じるということが大変とても必要だと思います。で、劇場っていうのはそのエネルギーを感じられる場所で身体とか肌を通してその心とか身体器官とか脳への糧食べ物ですね、をなんていうか充電するような場所だと思います。それは客席もそうですし、客席にもそういったエネルギーが溢れていて、その俳優は舞台からエネルギーを人々に与えている。だからそういったエネルギーを得るという体験というのを人が捨てることはないでしょう。例えば映画が生まれた時に演劇は死ぬっていうことが盛んに言われましたけれども、でも家でというか その場で見れるし、劇場なんか誰も行かなくなるっていうようなことが言われましたけれども、演劇は全然死ななかったじゃないですか。
で、むしろ今の状況が落ち着いたら観客は絶対に劇場に戻ってくると思いますし、むしろ増えるんじゃないか、というふうに思います。ただしそうなるためには演劇を見に行くことっていうのは生命にとって危険があるっていうような状況が残っていればやっぱりそういうふうにはならないので、生命の安全っていうのが確保された状態で演劇が再開されるということは大事だと思います。でも実際宮城さんご自身のことをね考えても分かると思うんですけれども、はっきり言っても自分はオンライン中継の演劇なんても見るのをうんざりしました。だから生が見たいです。その通りなんですけど、ね、совершенно с вами согласен。キリュウさんね、じゃあね、例えば100年ぐらい経って今の時代を振り返る、100年後の人が今の時代を、この2020年を振り返って、あ、この時に演劇の歴史は変わったねというような、そういう節目になると思われますか、それともそういうことは何もなかったかのように、また歴史は元に戻っ、演劇の歴史は元に戻っているとお考えになりますか。А вам не как вам кажется, если, скажем, через 100 лет, через 100 лет люди взглянут в прошлое, на наш год, на 2020 год, и что они подумают, что был это поворотный момент, за вот какой-то переломный момент в истории театра, или как будто все это закончилось, карантин закончился, эпидемия закончилась, и все продолжается дальше? Я думаю, что второй вариант понятнее. Вот смотрите, в 10-е годы, в начале века, в 20-го, была вот эта самая страшная эпидемия испанки. Тогда умерло, говорят, десятки миллионов людей по всему миру. Ну, в основном в Европе. В основном в Европе. А потом случились всякие другие события, и про эту эпидемию вообще я, так сказать, слышал только про нее, только потому, что от испанки умер вот художник Шиле. Да. Кирилл, вы опять остановились. Застыли. Плохо слышно. Кирилл, вас не слышно. Вас глючит, Кирилл, глючит. Что-то произошло со связью. Нравится. Кирилл, вас глючит. Что-то моя мадрина. Что-то маленькое. Sorry. Как сейчас? Мы услышали до художника Шиле. Художник Шиле. То есть мы вспомнили про эпидемию испанки только потому, что у нас какая-то случилась подобная ситуация. А так весь 20 век и начало 21-го мы про эту эпидемию не вспоминали, а в нее, повторяю, погибло десятки, там что-то 20 или 50 миллионов человек, ну 20, по-моему. Вот, то есть, ну, пострадало, серьезно пострадало. Вот, короче говоря, я думаю, что все это забудут, но эта эпидемия принесет какие-то новые обстоятельства в нашу жизнь. Так же, как принесли обстоятельства в нашу жизнь, допустим, теракты в Америке в сентябре, 11 сентября, да, в самом начале 21 века. То есть мы сейчас проходим в аэропортах через рамки, мы не носим воду в самолет, не можем вносить. Мы разрешили себя ощупывать. И к этому относимся нормально. Вот так же, наверное, после этой пандемии мы будем, так сказать, как-то больше заботиться о своем здоровье, внимательнее относиться к
эпидемиологической ситуации, мыть руки чаще санитайзером, понимаете, и прочее, прочее, прочее. То есть как-то с помещениями будем их там дезинфицировать, понимаете. Может быть, это эти хорошие вещи в сознании людей зафиксируются и останутся на еще надолго. Ну вот, я думаю, что человечество быстро забывает все плохое и идет дальше. Ну, чего мы будем жить? И какой это поворотный момент? Ну, по сравнению с испанкой, это не поворотный момент. Это, ну, ерунда. Вот, поэтому главное, чтобы это быстрее закончилось, и мы дальше могли уже к друг другу ездить. で、あの、宮城さんがおっしゃったうちの後者、になるのではないかというふうに、自分は考えています。なぜか、なぜというと、あの、1910年代にはスペイン風邪っていうのがあったわけですよね。で、スペイン風邪では、まあ、主にヨーロッパですけれども、あの、1000万人単位の人が亡くなっていますよね。で、あの、だけれども、あの、この疫病について私たちはほとんど思い出さない。で、あの、私も、あの、この疫病について思い出したのは、エゴン・シーレが、あの、これで亡くなっているという、あの、スペイン風邪で亡くなっているっていうことがあって、あの、それで、あの、知っているっていうことはあるんですけれども、あの、今回の、あの、コロナウイルス、が起こるまでは、あの、人々は完全に忘れていて、あの、思い起こしもしなかった、わけです。で、あの、だから、あの、こんな人々はあのすぐにあの忘れてしまうので、あの特にあのこ の, あのコロナウイルスによってあの状況が大きく変わるということは、ないのではないかとは思います。ただし、あの911の後のようなあの人間生活の中でのある種 の, あの、まあ、状況というか振る舞いというのは変わるのではないかと思います。例えば911の後っていうのはあの飛行機に乗るときにセキュリティチェックがあるようになったわけですよね。であの水を飛行機にあの自分のペットボトルを持っていけなくなったとか、あとはあのそのセキュリティチェックであのボディタッチをされるっていうようになったとか、でもあのそれについてはあの前はそういうことはなかったけれども我々はすぐに、慣れました。で、あの、このコロナの後っていうのは、あの、おそらく人々はより健康に気を使うようになるでしょうし、あの、疫学的なことに従って振る舞う部分はあると思います。例えば、あの、これまでよりも、あの、一生懸命手を洗うとか、あるいは、あの、何かの建物というか施設を、あの、消毒するとか、あの、そういったことっていうのは、残っていくのではないかと思いますが、あの、それ以外のことは、忘れてしまうのではないかと思っています。じゃあ、キリルさん、その、お客さんが、観客が健康上の不安を感じずに劇場に行けるようになるという、それまでどれぐらい時間がかかるとお思いになります、想定されます。すみません、あの、あともう一個あの言われてたのは私、訳し、はい、あの漏れてて、で、あの、それ、こういう、なので、あの、今の状況っていうのが、あの、早くあの収束して、あの、元の状況に戻ることが重要だと思います。ごめんなさい。じゃあその今質問したこと、観客が自分の体の心配をしている間は劇場は元に戻らないわけだから、観客が自分の体の心配を健康の心配をせずに劇場に行けるようになる、それまでにあとどれぐらいかかると想定されています？Кирилл, как по вашему мнению, сколько времени потребуется, чтобы зритель мог чувствовать себя в полной безопасности, когда он в театре смотрит спектакль? То есть не ходить в театр с опаской какой-то, вот, например, театр начнут работать, но уже без опасений. Сколько времени потребуется, чтобы зрители могли ходить в театр, абсолютно не опасаясь возможности заражения? Я думаю, что где-то к Новому году все случится уже, ну, нормально. Все уже случится, будет все гораздо лучше. И, ну, Новый год, к 21-му году. Вот тогда все случится уже, ну, так сказать, так, как вернется в ситуацию, какую мы любим. То, ну, 新年ですかね.
あの新年になったらあの前よりもあの全然状況は良くなるのではないかというふうに、思っています。だから2021年、でしょうか。で、その…Я пробовал, где лучше ловит. Ну, вот, вроде бы тут все-таки у окна лучше всего. あの、今ちょっと電波状況が悪かったので、あの窓に近づいてみました。その日本だと、そのぐらいの時間、俳優たちが舞台に出られないと、もう俳優が生活できなくなって、あるいはスタッフも生活できなくなって、たくさんの俳優や演劇のスタッフが辞める、廃業してしまうんではないか。僕はそのことを心配しているんですけれども、ロシアではそういう心配はないでしょうか。Мияги сан очень беспокоится по поводу того, что если вы окажетесь правы и потребуется время до Нового года, до 21 года, на то, чтобы все пришло обратно в нормальное русло, то практически все японские артисты и весь технический персонал лишится работы. Они останутся без работы, они не могут продолжать работать по своей специальности. В России такая опасность есть? Вы снова замерли. Звука нет, Кирилл. Включаю. Ага, окей. Выключился снова. Вот. То есть окей. У меня просто, тут все время меняется погода, за окном дождь и вылетает интернет, поэтому... なんかお天気があの悪くてで外が雨なんですってだからあのその天気によって、うん、あのネット回線が不安定になっちゃう、ね、雨だと Wi-Fi ってうまくいかない。Но вы слышали мой вопрос, да? Да, вопрос слышал. Вопрос Мияга. Да, и сейчас скажу тоже. Я понимаю, что будут огромные проблемы, поэтому я считаю, что вопрос не в коронавирусе. С ним, так сказать, как-то разберутся. В конце концов, от него действительно смертность не такая огромная. Ужасно жалко каждого человека, кто умер от, ну, вот, от всего этого, но действительно это не испанка, да? Но экономические последствия, вот это самое страшное. Поэтому, когда я говорю 21 год, я имею в виду ну, как-то что-то будет налаживаться в экономике. Потому что театры, как исполнительские искусства, зависят прежде всего от того, смогут ли люди покупать билеты и ходить в театр. То есть от экономической ситуации, даже не от эпидемиологической ситуации. Эпидемиологической. А вот это, я думаю, 21 год как-то начнется что-то двигаться, какие-то деньги говорят. Все финансовые аналитики считают, что вот до 2021 года будет такой провал с экономикой, с огромные проблемы экономические. И это очень тревожит. Меня тоже это очень тревожит. И понятно, что огромное количество людей в России и в театре и в других сферах лишатся работы или будут очень сильно, так сказать, сильно беднее станут. В России остановлены съемки практически всех фильмов и сериалов, а именно там артисты могут зарабатывать деньги. Поэтому это, да, достаточно трагическая ситуация. Вот это самое страшное, то есть у коронавируса и вот в этой эпидемии самое страшное это экономические последствия. で、あの、問題があるのは、あの、もちろんすごく、あの、理解しています。で、あの、さっきも、あの、申し上げましたけれども、あの、コロナで亡くなった方というのは、あの、それの亡くなった方一人一人のことというのは、あの、とても、あの、悲しいし、残念なことだと思いますけれども、あの、死亡率が、あの、例えばスペイン風邪などに加え、あの、比べても、死亡率がさほど高くないというのは、あの、真実だと思います。ただ、やっぱり今回の状況は、
はだからあのその疫病という点よりもあの経済的なダメージの方があの圧倒的に大きいのではないかと。で、あの先ほど2021年には戻るって言ったのはこれはその疫病的な問題ではなくてその疫病の流行とかっていう話ではなくて経済の話、として、言っています。なぜかというと私たち演劇というのはこれパフォーミングアーツなのであのチケットを買ってあのお客さんに来ていただかないといけないんですよね。でもあの今あのお客さんがあのチケットを劇場のチケットを買えるような経済状況には、なくなっていくだろうと思います。であの経済のアナリストの人たちもあの今回はあのとにかく経済的な落ち込みはあのすごい大変だということを、言って、います。であの多くのロシア人、そこの中にはあの演劇人も入りますしあの他 の, あの職業の人たちもあのそうですけれどもはあの失業するんじゃないかと思います。それに今までよりも貧しく、なるでしょう。で俳優について言うとあの例えばあの映画とかドラマの撮影ってそこに参加するっていうことは俳優にとって大きな収入源なんですね。でもあのその今はあのそれらの撮影っていうのは全てストップしまっているのしてしまっているのであの彼らの収入源っていうのがない状態です。だからやはりあの経済的にあのこれはとてもあの大きなあの悲劇、になっていると思います。キリルさんね、さっきキリルさんがおっしゃっていた、演劇への信頼、それから観客への信頼に僕はとても感動したんですが、それではキリルさん自身、映画も演劇も両方作られていますよね。キリルさんの中でこの映画と演劇の関係はどういうものなんでしょうか？Да, Мияги-сан тоже с вами согласен. Это вот то, что вы говорили о доверии зрителей к театру, а вообще о доверии между людьми, это очень правильно. Но Мияги-сан хочет еще задать вам один вопрос. Вы сами занимаетесь не только, как работаете не только театральным режиссером, но и снимаете кино. Вот взаимоотношения вот этих двух видов искусств в вашей работе. Мешает одно другому. Мешает. Оно, о, お互いに邪魔になりますね. 片方がもう一方邪魔してる状態です. Когда я снимаю кино, я должен удалить из себя, выжать или вот просто забыть в себе театрального режиссера. И наоборот. Но, кстати, когда я делаю спектакли, я этого кинорежиссера в себе вспоминаю иногда, то есть я его не удаляю. Вот. Но если серьезно, то ну, как-то это часть одного, то есть оно внутри как-то живет, и, наверное, уже в моем случае их разделить, эти два существа, тяжело. Это как... История Джекила и доктора Хайда, вот или как-то там, доктор Джекил и мистер Хайд, да, вот так. Значит, такое инь-янь, как какие-то внутри одного человека. Вот. Но я, например, использую сейчас то время, которое я не могу работать как театральный режиссер, для написания сценариев для фильмов. Вот, и сижу, и пишу, и у меня иллюзия, что все нормально, все хорошо. То есть в театральный режиссер в панике, а кинорежиссер доволен. の、中で、映画を作るときっていうのは、自分の中から、演劇の演出家っていうのを、なんとかして、こう、離れさせようとしてますね。自分だから演劇から離れるようにしています。で、だけれども、映画のときっていうのは、すいません。演劇を作るときっていうのは自分が映画監督であることっていうのは演劇の制作は妨げないというふうに、思います。でもまあ真面目に言うと自分の中でそれは両方とも存在しているもので分かちがたいんですよね。だからあたかもジッキルとハイドのような
状態で自分の中に映画と演劇が存在しています。で例えば今なんですけれども、今演劇をやれないので時間はたくさんあるわけですね。だから私は今演劇のすいません、映画のシナリオを書くことにこの時間を使っています。でそうするとこの状態っていうのは全く問題ないんだなっていうようなイリュージョンが湧いてくるわけなんですね。けれども演劇の演出家の方たちというか演劇人の人たちっていうのはパニックしているという状況です。Ну, а как, скажите, пожалуйста, а как вот с фестивалем? Вот ваш фестиваль очень, как я понимаю, важный инструмент и важная медиа для общения Японии с внешним миром, с другими странами. Это такое, такая очень важная институция. Вот как вы приспособились к этой ситуации? Что вы собираетесь делать? 私の方からも宮城さんにお聞きしたいんですけれども、この今回のこのフェスティバル、今回のというか宮城さんのやってらっしゃる演劇フェスティバルっていうのはどうなったんでしょうか。で私が考えるにこの演劇フェスティバル自体っていうのが重要なこう媒介というかメディア、コミュニケーションのためのメディアであると思うんですよね。それは日本と外の世界、他の国とのコミュニケーション、っていうのに重要なこう機関として、機能していると思います。そういったことについて、その現在の状況について教えてください。はい。おっしゃっていただいたことがまさに目的だったんです。つまり、僕たちはこの疫病のせいで、まあ、大体の人は自分の家に閉じこもる生活をしている。で自分の家に閉じこもる生活をしているとですね、まあ、世界っていうものを考えるんだけれども、自分と世界っていうのを考えるんだけど、この世界の方がもうリアリティがないもんだから、まあ、いわば、世界っていう大きな単純なものが一つあって、で、日本人っていう自分がいる。世界と日本人の二項対立みたいな風な、考え方が人々の中にこう侵食してくる。つまり単純に言えば日本は世界の中で遅れてるんじゃないかとか、世界の、やり方 を見れば日本がいかに日本政府がいかに間抜けか分かるとか、こういう風に世界って何かこう一括りにしてですね捉えてしまいがちになる。でこれはとても危険。つまり、このような考えから、まあ、ファシズムが発生するんじゃないかと僕なんかは心配になるわけです。で、こういうことが起こらない、ために何かやりたいと考えたんですね。Да, действительно, то, что вы сказали про наш фестиваль, это абсолютно верно. Это действительно средство, чтобы как бы общение с миром. Наш фестиваль – это как бы площадка для того, чтобы те, кто живет в Японии, могли знакомиться с театром других стран. Но вот сейчас мы оказались, благодаря политике самоизоляции, мы оказались в изоляции от остального мира. И происходит такое раздвоение. С одной стороны, весь земной шар, весь мир, а с другой стороны, мы японцы, которые оказались дома заперти. И тогда приходят разные мысли. Мы начинаем сравнивать себя с остальным миром. Начинаем думать, как там относятся к этому, сравнивать это, иногда даже думать о том, ну, правительство наше разве не идиоты, раз они вот таким образом решают вот эти проблемы. Но, с другой стороны, противоставляя себя остальному миру, именно из этого может возникнуть фашизм. Да. И вот эта опасность, вот она вызывает волнение. Но вы поймите, что сейчас все... Вы не противопоставлены миру. Сейчас все точно так же, как и вы, заперты по домам. И ну, благодаря этому вот мы можем общаться, например, хотя бы так. Ну, а, но, демо, а, но...
世界とあなたたちっていうのは別に対立をしているわけではないですよね。で、こうやって家にそれぞれが家に閉じこもってるっていうのは私たちもみんなそうなので、だからそのおかげでむしろ今こうやって交流をすることができているとも言える。その通りなんです。ただ日本のやり方、日本のものの考え方の癖として、自分たちは世界の中でかなり変わっているんじゃないかという、バイアスというか、そういうふうに考えがちなんですね。Нам все равно кажется, что мы немножко другие. Мы, может быть, у нас есть какая-то, я не знаю, особенность у японцев, он имеет в виду, Мияги-сан. То есть мы не похожи на других. Может быть, у нас даже какие-то вот по этому поводу могут возникнуть, ну, как это сказать? Да, в такой токи, その, Zoom などで, Я очень хорошо понимаю это желание быть как другие, но, к сожалению, вы сейчас как все. Я ненавижу быть как все. Я тоже всегда надеваю какие-то другие одежды и говорю вообще, вы там, я здесь. Но вот сейчас мы все равны перед этой пандемией, понимаете? Все очень разные, но в данную секунду все одинаковые. Хокато чигау ёу де аритай тэйу ёкубоу тэйу но ва, ватаси ва сугоку ёку вакарун дэсю. Ма, назе ка тэйу то, ватаси зисин га каватте итай тэйу тайпу но хито де ари, хока но хито то чигау фуку о ките, мо минна чигау кото о ютте, минна то онази де аритаку най тэ зутто омоттэрун дэсю не. Демо, има коно пандемикку но жоукёу де ва, пандемикку ни тай сите ватаси тачи ва мо 完全に等しい、みんな同じになってしまったと思います。僕キリルさんのその、スタンスを聞いてね、とても驚いてるんです。つまりアウトサイドを見た時にはもっとこうはるかにペシミスティックなね、考え方をする人だと思っていたもんですからOзнакомившись сейчас, вот вы рассказываете, вот познакомившись с вами, с вашей позицией, он слегка удивлен, потому что когда он посмотрел ваш спектакль «Аутсайдер», он решил, что вы пессимист по натуре. Я на самом деле оптимист. И знаете, как это говорят, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Пессимист – это человек, который... Это оптимист, который много знает. В спектакле это и я, и не я. И это лирический герой, который находится в трудной ситуации. Но даже в той ситуации, в которой находится герой спектакля «Outside», он все равно находит красоту и находит игру, и сочиняет целый мир, даже в той ситуации, в которой он находится. Поэтому я все равно думаю, что оптимизм в какой-то степени, ну, умный, разумный оптимизм должен побеждать. で、私は楽観主義者なんです。で、そもそもペシミストっていうのは情報をしっかり持ってるオプティミスト、だと言えるんじゃないでしょうかね。つまり悲観主義者は情報を把握している、楽観主義者である。で、芝居の中、なんですけれども芝居にいるのはあれはまあ私でもあり私でもないというか、で主人公はもちろん大変な状況にあって悲観的な状況にあるんですけれども、その困難な状況の中でも美を見つけたり、あるいは遊戯ですとか演技ですとかっていうものを見つけて、で自分で世界を想像していくわけですよね。だからやっぱり私はオプティミスト
楽観主義者、だと思います。まあ、理論的な、理性的な楽観主義者っていうふうに、ごめんなさい、理性的な楽観主義者っていうふうに言ってもいいかもしれません。なるほど。アウトサイドは一体どのようにして俳優たちを演出したのか、少し具体的に教えていただけます？Хотелось бы вас услышать конкретный рассказ о том, как вы репетировали со своими артистами спектакль «Outside». Сначала я написал пьесу. Написал пьесу, и это когда у меня, когда я был под арестом, я написал пьесу, поэтому когда меня выпустили и можно было уже приходить в театр и репетировать, я предложил сразу делать эту пьесу, тем более был заказ Авиньонского фестиваля. Артисты, которые участвуют в этом спектакле, я их всех очень хорошо знаю, это постоянно действующая труппа, с которой я последние годы работаю. Мы всем дали картинки Рена Ханга, главного героя этого спектакля, художника потрясающего, с которым я очень хотел встретиться, и творчество которого, в общем, явилось основой всех этюдов и всего сочинения и истории, которая в этой пьесе есть. Давайте я паузу сделаю, чтобы вы перевели. Да. こう自分がまずこの作品に関してはまず一番最初に戯曲を書いたんですね。でその戯曲はいつ書いたかというとまさに自宅軟禁状態だった時、逮捕されてた時です。でその後劇場に行けるようになった時にこれを演出したいというふうに提案しました。まさにアビニョンから注文も来ていたのでこの作品を作ることに、しました。で俳優さんたちっていうのはいつも一緒に仕事をしている自分がよく知っている、俳優たちです。で皆さんにはレン・ハンの、写真、このレン・ハンという中国の、芸術家ですけれども彼の作品っていうのが全てのストーリーと、あるいはそれぞれ のエチュードシーン の, ベースになって、いるわけなんですけれども彼の作品っていうのを、俳優たちに、渡しました。でこのレン・ハンという芸術家の作品私はとても評価していて本当にできれば会いたかったので会えなくて残念でした。И когда мы его делали, у меня было ощущение, делали мы его, так сказать, там этюдным методом, сочиняли что-то, в общем, как обычно делается спектакль. Но у меня было постоянное ощущение, что этот спектакль какая-то интересная модель вообще того театра, который мне интересен, и которым можно, я, может быть, буду заниматься дальше. Он о китайском художники. В спектакле участвует китаянка, американец, ребята, которые говорят на русском языке, русские. Композитор написал музыку на китайские стихи в переводе на русский и английский. Композитор Яди Муцкий. Это такой... А все это мы делаем для французского фестиваля. То есть это такой, в общем... какая-то модель прекрасного мира, где нет границ вообще. И я считаю, что театр со временем должен превратиться... Границ, возможно, в будущем будет очень много. И их будет все больше и больше. Потому что страны не захотят или будут бояться приезду каких-то туристов, которые их могут заразить, принести заразу. Но вот театр как раз должен превратиться в территорию такого универсального смысла и места, где границ нет вообще.
今回 の, あの作品っていうのは、まあ、基本的には普通の芝居の作り方と一緒で、エチュードをやったりとか、あるいは何かをシーンを作ってみたりとかっていうようなやり方をしました。でも今回 の, 作品っていうのは、今後 の, 自分 の, 仕事にとっても、とても面白いモデルになるんじゃないかっていうような感覚っていうのが、芝居を作ってる時にずっとあった、わけです。で、それはなぜかっていうと、そもそもこれは中国の芸術家、を扱った作品なわけですよね。で、参加しているのはアメリカ人、中国人、ロシア人、が、いたりする。そして音楽っていうのも中国の中国語の詩、の翻訳、あるいは英語の、詩っていうのに対して、イリア・デムツキーというコンポジコンポーザーが音楽を作っているわけです。で、しかもこの作品というのはフランスのフェスティバルのために作っているわけですよね。で、これはまさに境界のない素晴らしい世界、を作っているような感覚でした。で、今後このコロナウイルスによって教会っていうのはどんどん増えていってしまうと思うんです。まあ、ご存知の通り、国はそれぞれ閉ざしていて、で、他の国からこうウイルスを持ち込まないように、ということがしっきりに、言われています。で、そういった時代に演劇はユニバーサルな意味、普遍的な意味での境界、テリトリー、って領域、すみません、領域、境界のない領域になれるんじゃないかなというふうに思います。俳優さんたちはいつも一緒にやっているメンバーだとおっしゃいましたけど、それはそのゴーゴリセンターという劇場に所属しているんでしょうか？Сказали, что вы работали со своими артистами, имея в виду, что это артисты из труппы Гоголь-центра? Да, да. そうです。キリルさんが自宅から出られない間も、俳優たちは、変わらずに劇場に所属していたんですね。Все равно они были члены труппы, они ходили в театр, репетировали.Они работали, да, они играли спектакли, и они очень меня поддерживали. Они в конце каждого спектакля выходили в майках с надписью «Free Kirill», вот этим показывая, так сказать, тем, что они меня поддерживают и, в общем, не верят в эти все, в эту всю клевету и в эти все обвинения. Поэтому мы не теряли связь.Ни на секунду. 彼らはずっと芝居に出たりして仕事をしていました。で、その間彼らは私のことを非常に支えてくれました。それぞれ の, 演技公演の後、には毎回T シャツ、フリーキリルというふうに書かれた T シャツを着てオーディエンスの前に出てくれましたし、それにまあ、さまざまな告発ですとか中傷っていうのを信じないでずっと自分を信じてくれたことによって私は非常に大きな力を得ました。いろいろな国から俳優が集まっていたのは、それはどうやってその俳優たちを集めたんでしょうか？Вот вы сейчас рассказывали о том, что у вас в спектакле Outside принимали участие артисты из разных стран. А как вы их приглашали? Как вы их собирали? Артисты, которые у нас играют, я вообще хотел всегда сделать такую интернациональную труппу. И так получилось, что у нас играют в спектакле артисты из самых разной такой этнической идентичности, так скажем. Янгэ китаянка, Женя Сангаджиев, который играет Рена Ханга, он калмык. Один Байрон, он выпускник школы-студии МХАТ, учился в России театру и остался, он американец. Все остальные артисты из самых разных городов России. И, в общем, и как-то мне всегда нравится, когда в
театре есть вот это, как говорится, diversity, то есть разные лица, разные расы, разные культурные идентичности. И мне кажется, это дает только многообразие вообще возможностей для создания какого-то там, каких-то спектаклей наших. То,私は自分の劇団にいろんな国の人、いろんな民族の人っていうのが入ってる状態が理想的だとずっと思い続けてたんです。ですから自分の劇団にはいろんな国の人がいます。中国人のヤンジという俳優もいますし、サンガジエフというこれはレンハンを演じていた人ですけれども、彼はカルムイク人。まあ、これロシアの中の少数民族ですね。です。で、オーデン・バイロンっていう人は、実は彼はロシアの、モスクワ芸術座で勉強をした、演劇の勉強をしたんですけれども、もともとはアメリカ人です。で、他にも、ロシア人でも、いろんな町の俳優というのが、集まっています。で、私はやっぱりこういう、ダイバーシティ、がすごく大切だと思っていて、いろんな顔、いろんな人種の人たちが、で、それぞれいろんな文化アイデンティティを、背景にしている人たちが、いる方が、面白いものが作れるだろうというふうに考えています。うん、ありがとうございます。さっきおっしゃってたように、今世界中の国々が国境を高くしよう、あるいは一つの国の中でも境目を高くして混じり合わないようにしようというそういう傾向が強まっている。その中で演劇がそのような高くなった境界をなんとか突き抜ける、壁と壁の間を突き抜けていく、そういう表現になりたいと考えています。Да, Кирилл, то, что вы сейчас рассказали о том, что в будущем границы между странами будут становиться более строгими, границ будет больше, но в театре мы должны стремиться к тому, чтобы, наоборот, убрать все границы. Мияги-сан очень нравится эта идея, и он думает, что к этому надо стремиться. И последний вопрос. Хотя спросить хочется очень многое, но последний вопрос. 今回のコロナウイルスで僕自身は自然科学と自然科学の進歩とその一方で2500年前のギリシャ悲劇の頃からちっとも変わっていない人間の感情、このあるいは肉体、この自然科学と感情や肉体の乖離、これ、離れてしまっていることで、このことが社会のいろいろなところでさらけ出されてきたと僕は感じていたんです。で、そんなことを思っていたときにちょうど The Student を見て、そこでもその自然科学と全近代的なものの対立が描かれていました。で、キリルさんにとってこの自然科学と全近代的なものの関係はどういったものなんでしょうか。И последний вопрос как раз он имеет отношение к вашему фильму «Ученик». Почему? Потому что в случае с Мияги-сан ему показалось, что урок, который он вынес сейчас вот в разгар эпидемии коронавируса, первое, это с одной стороны у нас развиваются science, вот эти природные науки, все эти, все, что мы знаем, медицина и так далее. С одной стороны, да, в этом мы видим прогресс. Но с другой стороны, у нас остались какие-то инстинкты, какие-то верования, да, уже достаточно примитивные, которые, может быть, существовали даже в эпоху Древней Греции. И вот в человеке происходит как бы такое противопоставление между, с одной стороны, прогрессом в развитии науки, а с другой стороны, вот нашими атеистическими вот такими вот верованиями, которые остались у нас. И, наверное, вот в вашем фильме «Ученик» это как раз было показано. Ну, а так же будет всегда. Это человечество развивается вперед
очень, так сказать, какими-то небольшими медленными шагами, маленькими шагами. В этом смысле, как мне кажется, вспышка глобальной эпидемии является хорошим толчком вообще для какого-то хоть бы чуть-чуть динамичного развития. Сейчас во всех странах вперед рванет и медицина, и эпидемиология. То есть науки, которые смогут, ну, в будущем стараться, во всяком случае, предотвратить подобного рода пандемии или как-то успешно гасить их последствия. То есть и медицина, и наука, которые исследуют бактерии. И вообще, я думаю, что огромное количество людей захочет быть врачами, захочет быть учеными, чтобы не допустить или, так сказать, предотвратить подобные беды. То есть это очень действительно здорово. А одновременно существуют и темные какие-то люди, которые ничего не понимают, которые не верят. В России были жуткие случаи в церквях. Все говорят, надо закрыться, а церковники какие-то совсем мракобесные говорят, а никакого вируса не существует. В каких-то в арабских странах в мечетях люди лизали ручки на дверях, чтобы показать, что вируса якобы нет, а потом заболевали и умирали. Ну, то есть вот это мракобесие и наука, они всегда, к сожалению, будут одновременно. Тоже пауза, чтобы перевести. Да-да. まあ、これはあの常に、そうであり続けるというふうに、思います。つまり、科学の進歩、と全近代的なものっていうのが同時に存在するっていうことですね。で、基本的に人間の進歩っていうののペースっていうのはとてもゆっくり、だと思うんです。で、むしろ今回の疫病っていうのはこの進歩にある程度ダイナミズムを進歩に動力として働きかけて進歩のスピードを、促進するのではないかというふうに、思います。おそらく医学とか疫学とかが進歩してこういった疫病を予防するとか疫病が起こった時に早く収束させるというような学問が発展するでしょうし、バクテリアについての研究とかもされるでしょうし、あるいは医者とか学者になりたい人っていうのも増えるんじゃないかと思っています。これはいいことですね。で、同時に、なんて言うんでしょうね、すごくこう、あまりこう進歩的ではない人たちっていうのが存在する。例えばロシアでは教会でウイルスは存在しない、というようなことを信仰者の恐怖の人たちが、言ったりとかもしていました。またアラブではもうアラブのイスラム教会でもわざわざこう手を舐めたりしてウイルスが存在しないのだ、というようなことを証明しようとしていたりもしました。Так же, как в любой культуре существуют люди или целые даже группы людей, которые интересуются современным искусством и говорят, нам надо развиваться, нам надо интересоваться новыми тенденциями, нам надо экспериментировать. Нам надо дружить и впитывать разные тенденции, чтобы, ну, так сказать, развиваться, смотреть, что происходит во всем мире, и развивать современное искусство. Одновременно с этим всегда существуют мракобесы или какие-то люди, так не будем их даже так называть, просто другие, которые говорят, нет, не надо никакого современного искусства, не надо никаких фестивалей, все эксперименты за свой счет. Все должно быть так, как 100 лет назад или 200 лет назад, и по-другому никак. Все должно быть только так, как нам завещали наши отцы. И вот эти две как бы тенденции, они есть в каждой культуре, и ничего с этим поделать нельзя. И я даже боюсь признаться, что мне кажется, одно не может существовать без другого. Это такой баланс, баланс, который дает некую стабильность и некую, ну, так сказать, устойчивость этой
сложной системе. Например, どの文化においても現代芸術 を好きな人たちっていうのはいますよね。で、それで新しい傾向を試したいとか、様々な実験をしたいとか、あるいは何か進歩について考えたいとか、人々同士で新しく繋がって考えたいとかっていうようなことを考えてる人たちがいると。でも他方、現代芸術なんて全く必要ないっていうふうに考えている人たちもいますよね。実験は自分のお金でやりなさいと、100年も200年も、100年200年前の芸術の状態のままがいいんだと。で、それを変えないのが良くて、これまで我々の父親たちがやってきたのをそのまま踏襲すべきだと。そういうふうに言う人たちっていうのもいる。で、この2つの傾向が どの文化にも存在するっていうことは変わらない、今後も変わらないんだと思います。で、実際のところ、この2つのどちらか片方が欠けるということも無理なのではないかと思います。一方が存在することによって、別の一方が存在するというか、その間のバランスで何かができているのではないかと。 Я начал заниматься современным искусством и пропагандировать и приносить в Россию вот какие-то новые общемировые тенденции в театре, в исполнительских искусствах уже много лет. И вижу, как за эти годы выросло вот, в десятки раз... количество людей, которые стали современным искусством интересоваться, ходить на современные постановки, отличать разных художников, которые еще недавно имена их никто в России не знал, а сейчас они уже, так сказать, мэтры, и все их знают и ждут новых работ. То есть как у современного искусства появилось огромное количество поклонников. Значит, все, что мы делаем, это не зря, это не какая-то маргинальная история, это нормальное развитие, конфликтное, может быть, с конфликтом, но развитие искусства, развитие культуры, искусства, так скажем, да, шире возьмем искусство, не всю культуру. Вот, поэтому я здесь не вижу, так сказать, повода для пессимизма. Я как раз думаю, что людей, которые еще недавно считали это искусство каким-то странным, непонятным, со временем будет меньше, а людей, которые будут понимать это наше, вот то, что, чем мы занимаемся с вами, Мияги-сан, своим искусством, понятным, естественным, современным и нормальным, будет все больше и больше. А потом нас с вами объявят ретроградами, тормозами процесса, стопорами революции, и придут какие-то новые люди, которые будут как-то по-другому все это видеть. И это нормально. で、現代の芸術っていうものに関しては、新しい世界の傾向とか、っていうのの を私はずっと追ってますし、で、パフォーミングアーツの分野で、そういったものを、ロシアに持ってきて、実際に実験したりとかしてるわけなんですけれども、この現代の芸術に対する観客とか、それをやってる人たちっていうのは、もう10倍とか、何倍にも増えている、というふうに感じます。で、現代美術とか現代芸術のをすごい好きな人が増えてるだけではなく、すごいそれに詳しい人とか、あの作家はこういうものを作ってるよね、みたいなことを、しっかり理解している人とか、そういうファンの人たちも、すごく増えてるんですよね。だから、これは、マージナルなもの、つまり偏狂的なものでは、もう、なくなっていると思います。で、芸術の中での、普通の、普通に起こる、もちろん、コンフリクト、
が、あの衝突がありながらもですけれども、でもこれはあの芸術の進歩、なんだと、思います。だからあのペシミズムを持つようなあの必要はないと思うんですよね。で、なんだっけ。で、私たちのことをあの変わってるというふうに、思う人たちっていうのはどんどん減っていくでしょう。で、あの私とかあの宮城さんとかやってることっていうのは、あのそのうち今度はあのこれは芸術の進歩をあの止めるようなすごい遅くてあのブレーキになってしまうような古いものなのだっていうふうに言われて、新しい世代があの次の革命みたいなものをあの準備するんだと思うんですね。だからあの我々 の, あのやってるような芸術の形っていうのは、あの普通にあの芸術 の, あの進歩の歴史上あの普通にあるようなものだと思います。うん、もうすいません、時間がなくなってしまったのでこれでおしまいにしますけれど、本当にたくさん話を聞きたい。Хотелось бы еще больше и больше вас спросить и больше вас послушать, но, к сожалению, у нас уже заканчивается время, поэтому придется на этом остановиться. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо большое за приглашение, за такой, ну, прекрасные, содержательные разговоры, за умные вопросы. И мне очень приятно всегда с вами общаться. Надеюсь, мы все-таки покажем у вас на фестивале какие-то свои спектакли. あの今回は本当に招いてくださってありがとうございました。そしてあのこういうなんていうか内容のあるあのとても知的な質問をあのいただいて、こういうお話ができてあのとても嬉しかったです。だからあの今後もあのよろしくお願いします。そしてあのいつかあの宮城さんのフェスティバルであの私たちの作品を見せることができたらなと思ってます。本当にそれをあの強く願っています。И он от всей души надеется на это, что ваши спектакли все-таки на фестиваль приедут. Лена и Йоко, спасибо за перевод вам большое. И вам спасибо, здоровья, да, здоровья. Ура. И будем ждать Японии. Пока. Ну да, спасибо пока. Спасибо большое.